В Саранске выбрали нового президента местной федерации велоспорта BMX. Алексей Старцев, который отработал на этом посту 10 лет, сложил полномочия в связи с выходом на пенсию. На отчетно-выборном собрании он пояснил, что искал себе достойную замену почти 2 года. И только кандидатура Максима Автаева, генерального директора Мордовской региональной компании по реализации газа, не вызвала у него никаких опасений. Все мы ему, наверное, от всей федерации, от всего велоспорта BMX Республики Мордовии, наверное, от Рузаевки еще больше, какое внимание он указывал, уделял этому виду спорта. Наверное, вы все знаете, все спортсмены на этом ощутили все это. Были какие времена тяжелые, сейчас нам легче, мы имеем такой центр, тоже его приложенные усилия, много совещаний было. Низкий поклон Алексею Николаевичу за десятилетний труд в нашей федерации, за его помощь. Я вот без секрета скажу, мне через 2 месяца и 2 дня исполняется 70 лет. Я ушел на пенсию. Мои возможности участвовать продуктивно в этой работе катастрофически снизились. Уже давно, после того, как я ушел из глав района и города. Максим Петрович полон энергии, имеет хорошую тенденцию быть первым в тех делах, в которых он участвует. Максима Автаева поддержали единогласным решением и вручили ему символ велоспорта BMX – статуэтку велосипедиста. Новый президент федерации выразил уверенность в том, что с его поддержкой у велогонщиков региона 13 дела будут идти еще лучше. Приятно видеть ваши, как говорится, радостные лица, блеск в глазах. То есть видно, что люди к этому виду спорта относятся неравнодушно. Алена Москалева, Андрей Просвиркин. Наши новости.